Всем привет, господа, с вами Любопытный Геймер и Разгул, и мы продолжаем играть в Dark Souls 2 с Color of the First Sin. Ах ты ж, блин, как-то неудачно начали. Ну ладно, этот дурачок мне не страшен. Эти дурачки тем более. Зря встаете, ребят. Но, по крайней мере, я соберу свои души. Ты что, издеваешься? Зачем ты пьешь эстус? Ну ладно. Окей, значит, я не был вот здесь. Вот здесь точно есть сундук. Вот там дальше. Он был замороженный. И это было очевидно, не мимик, потому что в замороженном виде их видно. Почему вы такие агрессивные все, а? Чего от меня всем надо? Идите все в жопу. Все строем просто можете вот так вот собраться, за руки взяться и идти. Ну тебе-то что от меня надо? Все? То, что ты хотел, ну ты это, наверное, получишь. Какой-то спуск вниз и... Вау! Окей. Колокольчик жреца плюс 8. Ну, в принципе. Зараза. Вы прям все решили, что вы такие все самые хитрые из себя, да? Там и внизу есть, в принципе. А, и мы туда сейчас пойдем. Окей. А, стоп. Что пишет? Кратчайший путь. Кратчайший путь куда? Ага. Грипп Элизабет. Это какой-то срез, да? А, здравствуй. Ну, ты за мной спускаться не будешь, я же понимаю. Ведь правда? Куда я забрел? Здравствуй. А, ледяных рапир нафармил. В принципе, неплохо. Ладно.
тобой у нас привычный разговор. Мне, в принципе, так норм. Отчаливай. О, собаки. А, туда, конечно, лучше не падать. Ну, а ты можешь умирать просто так. То есть там тоже что-то есть. А здесь нет никого. Кольцо чего? Там было плюс один. Воспоминаний, что ли, или как-то так? Кольцо гигантов, нет. Кольцо сопротивления. О, сопротивление к яду, кровотечению, проклятию, каменению. Интересно, а что оно было? И не плюс один. Я вижу вас, ублюдочные твари, я вас очень не люблю. Ну, по крайней мере, минус 2. Это своего рода уже результат. Вроде норм. И сундук тоже хороший. Добрый сундук. Ветшая закатная трава. Не нужная совсем мне нифига. Окей. Так. Этих тварей я убил, которые прячутся здесь. А эту не убил. Зря. Темный друг, дух впереди, видение друг. Фантом впереди, тогда святой. Я куда-то пришел, но непонятно куда. И опять-таки очень... Куда-то меня... Куда вы меня тащите? Ага, это срез. Ага, это срез... Я понял, куда. В башню, в которой я находил глаз. Теперь я могу быстро до туда добежать. Ведьма изгнанница Донна, 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 Донна. Ты в кого-то стреляешь или в меня? Окей. Бросай копье. Вот теперь мы с тобой поговорим. Как обычно. Вот. Ничего личного, чувак. Но умри, животное. Ага, и здесь еще один рыцарь. Хорошо.
Блин, он такой странный. Это у него шея такая длинная или что? Хотя костюм клевый. Слава друг, окей. Хорошо. Итак, значит, что мы имеем в сухом остатке? Мы можем подняться сюда. Кстати сказать, там пропасть, да? Не могу посмотреть. Я еще хотел вернуться сюда, потому... А, туда нельзя вернуться. Ладно, мы добежим сюда, и... Я там еще лестницу не заметил. Не хотел бы к ней вернуться. Ну ладно, попозже, наверное, потому что здесь тоже, в принципе, есть много интересного, что раньше было недоступно из-за льда. Ну, вот туда мы и пойдем. А здесь, ну да, кстати, можно было варпнуться к костру и вот сюда прийти. Тетя, вот... Не надо вот этого. Ну, а тут мудрило, конечно, там и останется, да? Ты не будешь по мне стрелять? Да. Ну что ж, иди сюда. Пожалуй, я опять сглупил, что не посидел у костра, ну ладно. Подлецы. Ага. Ну хорошо. Можно и так. Подлые существа. Так. Это еще и мимик.
пытаешься сделать? Ау. Признайся, ты хотел меня заграбить? Хочу драться еще с големом. Тогда я буду драться. Пошла в рукопашную? Я забыл, что враги дамажат друг сквозь друга. Ведай силушки богатырской. Как же я все-таки не люблю тяжелые билды. Вот, кстати, этого мимика не было видно. Так, здесь должны быть наверху, там сразу три, по-моему, что ли, голема. Да, вот они. Да, и вот эти ублюдки. Да, ублюдки, я про вас помню. Давай. Ну, ты хотел со мной драться. Блин. Чуваки, какого черта вы заходите сзади? Ну ладно. Зато эти ублюдки не оживили этих гадов. Этих гадов я имею в виду. Души в меня. Отлично. И... Нет, это... Дубина мне не подходит. Это хотя бы... По статам хотя бы вписывается. Минус один. Вон как.
тогда мы будем бить этого. И ходить вокруг него так веселее. Маленькой елочке холодно зимой. Ух! Больной ублюдок. О, с них дропается мерцающий титанит. Изогнутый двуручный меч Нил. Что это? Вот это? 207. Что-то тяжелое очень, да? Ух ты, клевой. Большой меч с грозным изогнутым клинком. Одно из запретных орудий, хранимых королем слоновой кости. Он создан из камня, древесины, остатков необычной души. И считается, что чем дольше уходит... Чем дальше уходит его владелец, тем сильнее становится меч. А, то есть он, видимо, от уровня моей полости зависит. Ага. Ну, у него аскеллинг от силы и С от ловкости. Хорошо. Будем считать, что я принял эту информацию к сведению. О, нет. Ты за мной пойдешь? Хотя бы ты. Отлично. Блин. Ёлки-палки, ну что ты какой душный-то. Все, кончился. Окей. А вот ты, что, последний рыцарь? Да. Таки да, последний рыцарь. Признавайся, кто рычит? Огненная бабочка. О!
Я хотел прочитать. Но вместо этого получилось открыть. Гигант впереди. Где гигант-то? Так, ну это то место, в принципе, где костер у нас идет. Сначала хочу сходить за лестницу, которая за рыцарем. Куда она нас ведет? Да, это срез. Я правильно сделал, что сначала пошел сюда. Это, по-моему, после кота сразу, да? Да. Это место сразу после кота. И... какого черта, где эта дверь? Пойдемте сходим туда. Почему бы нет? Там я еще не был. Возможно, зря. Угу. Гад. Что ж такое-то, а? Такой простой враг и... при этом так меня валяет. Да что ж такое? Третьего удара я от тебя не ожидал. Блинский. Здравствуй. Ну, биться будем? Будем. Почему нет? Может помочь прыжок? Ну ладно, я спрыгнуть-то могу, но смысл-то в этом есть? Тупик, спасибо. Удивил. Умри, животное. Лжец впереди. Ну нет, тут, конечно, никакой пустой стены. И я вышел к костру. То есть здесь тетенька. Угу, она все еще мертва. Блин, почему я не проверил, мимик ли это. Большой двухголовый лук. Большой костяной лук. Страшная хрень. Окей. Садимся к костру и отправляемся опять-таки все еще сюда, но... да, вот сюда, к гробам. Потому что есть еще одно место, куда я хотел сходить отсюда.
А именно то место с лестницей. Интересно. Вот этот удар, вот этот вот, вот он так долгий. А если мы сделаем его после R1, он идет побыстрее. Хм, это интересно. Окей. Хм. Действенная штука. Вставай. Кстати, я не забрал здесь предмет. Зеленый цветок. Угу. И я не хочу туда. Я знаю, там собаки и, в общем, ничего интересного. Хотя нет, там есть сундук. До свидания. Откроем. Что тут? Копье, пронзающее молнии, чудеса. Угу. Ну, в принципе, неплохо. Много собак, да? Это не то, что я собирался сделать. А у меня есть кольцо, которое сохраняет души. Покупал я его или нет у торговца порчей? Давайте посмотрим. Как оно выглядит-то? А, да, вот эти. Душу надо забрать. Пафос, пафос, пафос. Пафос такой пафос, ну давай. Пафос, мамос. Да что ж такое-то, а? Ты что, упал? Ну да, это был самый тупой поединок вообще. Ever. Forever and ever again. А, проблема в том, что там был сундук, и я его хочу. Все время забываю про этого чувака. Но этот чувак никогда не забывает про меня. Но мне нравится эта комбинация.
R1, R2 сразу, последовательно. Мои души. Это надо было сделать наоборот. Кстати... Блин, почему ты целишь его? Гадкие, гадкие собаки, я их ненавижу. Ну ок. Здесь нет ни хрена никакого сундука. Вот что самое плохое. Я сюда зря шел. А, ну вообще есть еще одно место, куда я должен был сходить. А, иди в жопу. Я так думаю. Да, я думаю правильно. Иди нахрен. Ну, наверное, я туда доберусь потом, потому что пора заканчивать. И вообще, полетели в Маджулу. Ну, с этим дополнением я вожусь дольше всего пока, наверное, да? Сколько серий уже? 4? Ну, оно классное. Они все классные, на самом деле, очень DLC нравится. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте видео, и всем до связи.